Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Оперативная разблокировка сундука. Играть. Играть. Так, давай. Сундук, зимние шины, колесный ускоритель. Так, новые задания у нас. Получите 200 времени воздухов на раллийном авто в городе приключения. А можно, блин, сделать 5 поворотов? Фигня получается. Так, управление в воздухе, ускоритель фляг. Так, в команде. Сундук, 24-й, ребята. Магнит, спойлер, топливный ускоритель. Какая гонка? Сейчас не надо мне никакой гонки. Всем привет, пацанчики. Вот так вот мы напишем. Пацан. Чики. Чики-пики, ё-моё. Да, извините, что большими буквами, ребят. Копсю. Копсю потихоньку. Ну что, кубки. Сегодня хочу добраться до 6000 кубков. Ребят, я уже играю на лайте. 90 тысяч. Берем. Берем, друзья мои. Берем и знаешь, что сделаем? Прокачаем ее чуть-чуть. Я хочу ее протестить. Глупо, наверное, ее сейчас тестить. Но тем не менее. Я хочу посмотреть, что она себе представляет. Маслкар. Так, сыпуха, да? И что у нас тут? Нагнетатель и коробка передач оптимизирован для улучшенного ускорения. Мне, кстати, в комментариях написали, что машинка стоящая. Вот мы сейчас и посмотрим. Дает дополнительный импульс мощности. О, даже как. Импульс мощности дает. Дополнительный. Так, давай посмотрим по деталям. А я могу только вот так вот, ребята, спойлер. Только спойлеры поставить. Ладно, давай. Фига. Еще раз повторяю, ребят, машина не прокачанная, так что сверх там чего-то от нее не ждите. Но она хороша. Не, я серьезно говорю, хороша машинка-то. А если ее прокачать полностью и детали на нее всандарить, это же будет бог дорог. Понимаешь? Бог дорог будет. Слушай, ну первый год... Нифига на вот это вот мне... Вот это вот ускорение поймать, это, конечно, жестко. Слушай, а тут я думал, кто-то на снегоходе. Нет, ребята, это не снегоход, это... конечно же, это этот. Тут я уже забыл, как его звать-то. Паблито. Паблито. Где у тебя Паблито, а, парень? Иди, поблей. Еще что-нибудь, Паблито. Да как ловить-то ускорение, ребят? Я не понимаю я. Да ну, прогеймер, успокойся. Куда ты шпаришь? Шивик. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, я думал, что здесь на Буране не это, да? Здесь действительно на Буране хлыщ гоняет. Угу. И причем так неплохо едет. Ох, мы 666. Ладно. Блин, я опять забыл поменять. Кого? Водилу забыл поменять. Кого же еще? Разблокируй касанием. Стартовый ускоритель. Так, стартовый ускоритель у меня теперь появился, друзья. Который тут же, моментально, ребята, повышается. Давай. Что еще я хотел? Водилу. Конечно же, поменять водителя. Можно что-нибудь без бороды? Что-нибудь... Ну давай, давай, уговорили, уговорили. Поедет вот эта дамочка у нас кататься. Ребята, что это такое вот на машине? Ой, вон там он. За обозначение идут. Три, вот это вот. Это для чего? Ой! Хе-хе-хе-хе.
Нам уже не интересно, что там это было за обозначение. Прикинь, как они там все. Одно баги только, ребят, тут чувствуют себя как рыбка в море. Ну да, но все эти препятствия на изи прошло. Сзади кто-то там на хвосте сидит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ты си... Да... Пипец, ребят. Все. Да. Вот это вот, что такое? Вот это я не могу понять. А, это скорость, типа передача, да, задняя. Первая, вторая. Тупо. Тупо сфейлился, вообще. Первый раз разбился, во второй раз застрял в каком-то дерьме, так скажем. Вниз пойдем. Ты вниз-то можешь хоть нормально заехать? Давай-давай, там фура. Где фура-то? Я фуру не вижу. Сейчас опять застрянем. Сейчас опять застрянем. Да едь ты! Да ну, ребят, ну это все. Это трындец. Не может она ничего делать. В общем, машина прикольная, скоростная, но... со своей идиотской вот этой посадкой... она ничего сделать не может. Да. Поздно ты проехала, поздно. Заберем. Слушай, ну как ни странно, ребята, меня назад не откинуло. Все, пора браться за ум. Поехали. Пещера ледяного огня. Сейчас мы, ребят, покажем им, где раки зимуют, да? Я надеюсь, что мы покажем. Ну ты сам видел, что мы сейчас вытворяем. Просто чудеса на виражах. На льдине такие проехали. Так, тихо. Вообще изично. А тут что, одна гонка, что ли, нет? Я просто как бы не посмотрел, сколько здесь гонок. По-моему, одна. Первую. Ну и прекрасно, друзья. Просто белиссимо. Таким образом, мы с тобой 6000 кубков возьмем. Довольно-таки быстро, надеюсь. То, что вот отменили вот эти откаты назад, это просто, ребята, радостно для меня. А вот то, что тут два байкера. Адри Саркер. Убейся, Чепушила. Им не боится, главное, в воздухе наяривать эти кульбиты там всякие, да? Не боится, что приземлиться на голову. Нифига там. G74 там бустанулся. Мы опять первые. Мне нравится, как моя машина ведет себя. Я бы, если честно, еще бы там что-нибудь на ней бы прокачал бы. Наверное, скорее всего, ребят, колеса. Или колеса, или еще что-нибудь. Давай-давай-давай, родная моя. Вот так вот, вот мы и первые. Виктори. Оп. Мордочку, да? Которая у нас есть. Так, дай-ка я этот сундучок вскрою быренько.
Так, зимние шины, стартовый ускоритель. А здесь магнит и тоже стартовый ускоритель. Мистический кубок, родной ты мой. 1000 лет тебе не было. Да не, на самом деле, может быть, он и был. Просто я 1000 лет уже не играл в ХКРочку, поэтому я соскучился. Вот это было глупо. Байкер, все, ребят. Плешивый байкер откатал свое. Нифига себе, мистер Бинс. Как это он так крутенько проехал, а? Не врезался никуда, самое удивительное, что, а? Мотоцикл разбился, понятно. Воу! Смотри-ка, как мне повезло. Я засмотрелся просто, ребят, немножко на этого чепушилу. Есть. Так, я его обогнать-то вообще сегодня смогу или нет? Убейся, тварь. И он убился, ребята, он меня послушал. Байкер. Не понос так, блин, золотуха. Байкер, куда ты лезешь-то? Эй, хлыщ, блин, вареный. Вшивый. Так, давай этого. Так, у нас сейчас будет чисто вниз, да? Молодец, Рэй. Лучше. Получается, у меня второе место. Да, второе место, ребят. Но, тем не менее, довольно прилично проезжаем расстояние. Слушай, если у нас нет откатов назад, можно тогда брать и тестить разные машины. Да уйди ты от меня, прыщалыга. Там еще и байкер догоняет. Нет, это сосунок. Этот сосунок нас не догнал, поэтому мы нормально с тобой так вырвались. Вырвались на передке. Рум. Шрум. Так, байкер, засохни, сказал. Ай, вторым. Слушай, вторые после байкера. То значит, хлыщ все-таки обделался там маленько, где-то. Дрен, матрен. Давай. Полурослик. Есть, и прямо на финиш. Девочка-робот танцует. Девочка с протезами. О, развлекухи. Давно их не было. Так, может быть, нам... Мы давно, кстати, не ездили на суперкаре. Так, тихо. Да что ты? Что ты? Куда ты? Куда ты едешь-то? Эй! Вшивик! Не видишь, что ли, папа за рулем? Едет он на своем магните. Я не знаю, что это за... Фига у него там, кстати, видел скин на тачке? На машине зомби нарисован. Прикольно. Прикольно парень дрищит. Куда тебя Рэй несет, а? О чем ты, а? Браток, о чем ты? Да я просто поприкался захотел. Не все же время кислинку гнать. Так, давай. Смеемся не к добру. Но в данном случае нормально все, посмеялись. Заняли первое место. Давай. А, Б, С, 1, 2, 3. Такое ощущение, что как будто школьник никнейм придумывал. Опа. Дринубл. Отца Сумбл. Будет еще тут лезть. Иди он там. Бархатные тяги соси. Так, смотри, у нас тут магнит, амортизатор прыжков. Здесь тяжеловоз, ускоритель, дым. Защитная арматура. Кстати, у нас будет, я не знаю, новая это физиономия. Не новая, была, не была. Забытое шоссе. Забытое шоссе. Очей очарований. Забытое шоссе. Куда же без тебя-то?
А бабули хватит? Нифига себе, 94. 94 тысячи. Как тебе такой звон? Газуем. Давай-давай-давай, наяривай, гитара семиструнная. Фига. Смотри, формулу что вытворяет, ребят. О-о-о, как же это было некрасиво, ребят. Это было аморально. Аморально обосранто. Че, и одна гонка здесь, да? Или все-таки три? Не знаю, ребята, 3-1. Ну, да ладно, мы еще и формулу смогли обогнать. Вот это было круто, ребят, мы смогли формулу обогнать. Хотя она шпарила очень долго. Первая. Так, столичный кубок, я менять ничего не буду. Интересно, если бы я на байке ехал бы? Ну, вот на этой трассе, кстати, на байке было бы вообще замечательно проехать. Вот на той, которая до этого была. Потому что там не было таких опасных моментов, где мы могли разбиться. Ну, на байке, ты же знаешь, нету крыши. Так, тихо. Да что тебе так болтыхает-то, парень? Точнее, девчуля. Это же девчуля у нас. Так, сегодня интересно, ребята, есть у нас новые миссии в Стикмане? Кто не знает? Если есть, я сегодня гляну. Поиграем в Стикманов. Эй, твою-то налево. Да иди ты в пень. Гретта Тундлер, вали отсюда. Последними, я офигею, ребят. Нет, да, последними. Чё-то мы сноровочку-то потеряли, по-моему, ребят. Ох, если бы я здесь был бы на своей бы роличке. Ой, как бы я их тут рвал бы, а, ребята. Если бы только знали, как бы они тут обсирались бы у меня, догоняя меня. Но, к сожалению, наверное... А, первое место. Слушай, ну первое место топ. Так, гражданинка Банни. А что за кубок? Ау, оу, пляжный кубок, друзья. Ну что, попробуем? Пляжный кубок. Сейчас чувствую, доиграю себя, блин, да форсю. Я сам себе иногда удивляюсь. На волоске от смерти, ребят, на волоске от смерти. Просто вытворять такие чудеса. Так, баги. Иди-ка куда подальше, а? Не нервируй меня, муля. И тут отлично мы проехали. Давай еще третью гонку нормально сделаем. Газкуем, как говорится, всем в лицо. Нюхайте выхлопуху. Чмырдяи. Ядрен, матрен, как бумкнул-то, а? Ну, залетай. Виктори, конечно же, Виктори. По-другому и быть могло. Испытание на скоростных спусках. А тебе не показалось, что как-то картинка, по-моему, поменялась на скоростных... Или все норм? Испытание падения. А, ну это же моя любимая трасса, ребят. Это моя любимая. Я обожаю вот это вот на ускорение, на идеальное приземление и тому подобное. Опа.
Так, здесь, по-моему, надо снизить скорость чуть-чуть. И вот так вот плавненько въехать. Так, давай далее. Ну что? Не надо дурачка врубать. Прекрасно. Эта трасса нас не подвела. Смотри, какая классная маска. Мне нравится, прикольно выглядит. Ну давай, открываем. Тяжеловоз. Здесь у нас защитная арматура. А здесь крылья и ускоритель дым. Фабричный кубок. Ну куда же без него-то, ребят? Ну как же без фабричного кубка? А вода будет сегодня у нас? Оу, масл кар. Вот сейчас мы как раз посмотрим, ребята. Но по скорости он не уступает. Ну, может быть, просто такой гонщик. Он даже не доехал. Его все обогнали. Прям перед финишем он обделался маленько. Его все нагнули. Опа. Так, ну у него там что-то есть. Что-то есть, ребята, в закромах, за пазухи. Странно. Здесь я его даже обогнать не смог. Хотя ехал аккуратно. Ну, аккуратно я в плане того, что все четненько делал. Это была огромная сейчас моя ошибка. Начал заезд непонятно с чего и непонятно как. Тут еще Дэдпул какой-то впереди, ребят. Второе место у нас. Так, 3000 монет забираем. Спасибо. И спуск. Кубок по скоростному спуску. Как раз зима, ребят, для моих колесиков. Все, как говорится, должно быть великолепно. Но здесь есть лихач, который сам, знаешь, летит как сумасшедший просто. Смотри, как я тут сиганул. А он сзади. И, кстати, там даже не понял, кто первым, вторым приехал. Раллина или все-таки лихач? По-моему, раллиное авто было вторым. Ну не надо было такой вот, блин, как тебе сказать, такой прыжок делать затяжной. Ну, ну зачем он нам нужен? Ага. Так, вот здесь хорошо, ребята, он и все. Прикинь, он врезался, он потерял скорость. Он не может, ребята, развивать скорость быстрее, чем я, понимаешь? И он все равно чуть-чуть, но опередил меня. Совсем мизер там. Каким, блин, чудом это удалось, я не знаю, ребят. Да что такое-то? Я не пойму, что с тачкой-то, блин? Шесть. Ну, мы все равно первые здесь. Ну, вот такой рандом, я не знаю, ребят. Как его можно объяснить? Мы едем. Я еду первым, потом на трассе, которая ничего из себя не представляет, мы начинаем просто тупо фейлиться. Почти на ровном месте. Ты смотри, вот тут вообще круто. Опять же, с помощью турбины, которую я взял, да, рывок сделал. И плюс еще у меня ускоряха сработала, и вообще четненько получилось. Смотри, желтое говно от меня не отстает. Оно не хочет от меня отставать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это вспомнил барахло. Да, второе место. Ну вот это, конечно, западленка просто-напросто. Ребят, вы, когда ты начинаешь ехать, и вот это, ты набираешь ускорение, и на тебе вот этот вот мини-вшивый трамплин.
Он просто напрягает меня. Так, и они хотят сказать, что у них у всех стоят колеса, да? То есть колеса как раз для зимы. Потому что я смотрю, они едут прям идеально. Давай этих всех горских там. Есть. Первое место, ребятулечки. Первое место. Райская бухта. Ты прикинь, 1000 лет мы не были на Райской бухте. И поэтому мое милое баги, надеюсь, покажет им, что такое Райская бухта. Всякие ватрушки. Нифига. Так, напряженный момент, ребята, напряженный. Вот это сейчас что было за... за подлянка такая? Что, у нас одна гонка, что ли? Ребята, у нас одна трасса. Я думаю, здесь мы фавориты. Все, ватрушка там где-то курит. За километр от меня. А я, как видишь... выбился в лидеры. И это классно. Багги на той багги, чтоб по песочку ездить. Круто же. Эх, на яхту не взяли. Пшел отсюда. Пинка такого еще смачно удали. Так, здесь у нас зимние шины. Так, ускоритель. Так, это я все открываю. А что у нас чатик-то молчит? Я не могу понять. А, понял. Все спят уже. Так, думаю, что чатик? Так, что там за трасса? Пустынные пещеры. Ну, пустынные пещеры на... Да в плане, какие-то пещеры. Блин, я очень, смотрю, много начало, ребят, на маслкаре людей гонять. Может быть, она действительно стоящая тачка. Я ничего не могу сказать про нее. Ни за, ни против. Потому что у меня ее... Как, она у меня есть, но она не прокачанная. Первым. Опа! Мы так круто с ним в воздухе посоревновались. И по кто быстрее на финиш заедет. И это был рейчик первым. Но она очень, ребята, быстро набирает старт. Вот на старте она вообще жесткая, жестит. Ну, ты видел, наверное, да? Прям лихо она так начинает. Воу-воу-воу-воу-воу. Парень, потише. Я вижу, что ты там на турбинах все дела. Ну иди лучше тяги бархатные трогай. Погнали дальше. Опа. Ну конечно же, блин, надо вот мне было, надо было с кактусами со всеми поцеловаться, которые там есть. Крышу сорвали. От этого мы стали только легче. Фига себе. Вот это да, ребята. Это ускоряшка и все вместе сработало в одном флаконе. Так, магниты, ускоритель, дым. Ну что, друзья, походу у нас здесь последняя сегодня гоночка будет. И 6000 кубков у меня будет в кармане. Но кубок Стэнли мы с тобой не возьмем. Я думаю, понятно почему. Укроп. Дани БВ 74. Я еще заметил, у меня машина стала выше прыгать почему-то. Не знаю, с чем это связано. Может быть, какой-то баланс тут заменили. Она стала более прыгучей. Ты смотри, а? Ты смотри, маслкар меня сделал здесь. Вот в этой гонке он меня, ребят, порвал, можно так сказать даже. Это непорядок. Понимаешь, это непорядок. В плане. Какого лешего? А сфигали? Друзья, ну я врезался, да, я не спорю. Ну почему сразу смерть? Я, почему не оторвало крышу-то? Я вот этого не понял сейчас юмора. У меня что, такая слабая крыша теперь стала? Что от легкого дуновения ветерка
Ее просто срывает? Или я что-то не вдупляю? Ребята, кто мне может объяснить этот момент, напишите в комментариях. В чем я там был неправ? Ну? Баран кивнул. 6 тысяч кубков. Мы еще не взяли. Промокание. О, ребят, сейчас буду промокать. Ага, я тут не один такой, да, умный. На байке вылез. Опа. Крутенько, крутенько. Ну давай. Ну тут хана мне, наверное. Нет. Очень даже, ребята, удивлен, что я здесь не разбился. Хотя по всем законам физики я должен в смятку там. Но нет, я выжил. Прикольно. Тихо ты. Формулы всякие тут лезут. Тихо, давай. Ю-ху. Изи. Изи-пизи. Ну вот, ребята, и 6 тысяч кубков. Топливный, да еще и на байк. Оно того стоит. Так, ну что у нас там? Давай-ка я, наверное, прокачусь на сельской местности. Ну, прокачусь я, наверное, на ней. Не забывай, что тачка это не прокачанная у меня. Ну, не по максималке, по крайней мере. Ага. Но на максималке, наверное, если ее прокачать, она будет довольно шустрая. Потенциал там у тачки есть, на самом деле. Вот посадка мне, конечно, не очень нравится. Слушай, по-моему, эта машина есть в первой части. Тихо, тихо, тихо. Головой пробило дно. Нормально. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.